Ребята, всем привет! Давно у нас не было видео «Угадай, правда или ложь» про Диану. Я буду задавать вопрос, а ты должен сказать, это правда или нет. Всего будет 10 вопросов. Обязательно пиши, на сколько вопросов ты ответил правильно. Погнали! Из всех диснеевских принцесс Диана ассоциирует себя с Рапунцель. Это правда или ложь? Это правда. У Дианы шикарные длинные волосы, как у Рапунцель. Поэтому Диана считает, что из всех диснеевских принцесс она больше всего похожа на Рапунцель. Диана и ее семья стали вегетарианцами. Это правда или ложь? Это правда. Диана и ее семья переболели ковидом, и одним из побочных эффектов стало изменение запаха. Мясо и рыба стали вонять тухлятиной, и поэтому они отказались от мяса. Любимый предмет Дианы в школе – это английский. Это правда или ложь? Это правда. Диане нравится английский, и он ей хорошо дается. Диане 18 лет. 18 лет – это правда или ложь? Это ложь. Диане 17 полных лет и исполнится 18 лет только через полтора месяца. Диана встречалась с актером из сериала в реальной жизни. Это ложь. Диана никогда не афишировала свои отношения с кем-либо из сериала. После этого видео многие подумали, что Диана и Тимур встречаются, но Диана никогда этого не подтверждала. Диана и Кирилл ходили в одну школу. Это правда или ложь? Это ложь. Диана и Кирилл ходят в разные школы. У Дианы есть галочка в ТикТоке. Это правда или ложь? Это ложь. Но не расстраивайся, если не угадал. У Дианы была галочка. Но из-за того, что Диана поменяла имя и описание аккаунта, галочка исчезла. Но она должна вернуться. Диана уже на протяжении 3 лет делает только нюдовый маникюр. Это правда или ложь? Это правда. Диана не любит яркие ногти, считает нюд самым эстетичным. Впервые за несколько лет Диана сделала себе черные ногти, и все ребята в комментариях были в шоке. Рост Дианы 155 сантиметров. Это правда или ложь? Это ложь. Вам может показаться, что Диана очень низкая, когда она стоит рядом с Кириллом. Но это не Диана низкая, а Кирилл высокий. И у Дианы идеальный рост. Ее рост 160 сантиметров, а рост Кирилла около 180. И у них разница в росте около 20 сантиметров. И последний вопрос на сегодня. Это правда или ложь, что Диана носила брекеты, чтобы выровнять зубы? Это ложь. У Дианы идеальная улыбка от природы. Но на этом все на сегодня. Если вы не видели мои прошлые видео, обязательно посмотрите. Я рассказала, куда ушла Блонди и почему Айс не появляется в сериале. Всем пока!